Так, ну все. Вроде бы я вышел из самолета. И сейчас на автобус. Полежу в терминал. Жалко, лучше в самолете. Через телескопический тракт все это делали. Они всегда иначе. Так, а вот так выглядит само здание терминала. Так, сейчас надо успеть пройти в пограничный паспортный контроль и потом уже в терминал местных авиалиний. Это надо успеть, 1,5 часа времени у меня есть. Все, погнали. Так, я сейчас нахожусь в аэропорту в Анкаре. Так, говорят по-турецки, нифига не понимаю, а? Так, стою рядом с гейтом, на который будет посадка на мой рейс в Стамбул. Вылет в 11:20. Вот. То есть через час. Вот. Так. Так, буфет. Так. Телефон.
Так. Так, вот с этого выхода будет у меня посадка в Анкару. Отлично. Так, присесть бы куда-нибудь. Так. Так, вот здесь присядем. Так, связи у меня здесь нету. Хотя вроде бы обещали. Пытался своей жене позвонить. А, вернее, по Wi-Fi. Не получилось никак. Сообщение отправлено, но не получилось. Пытался подключиться к местной сети Wi-Fi. Тоже. А, нужно авторизовываться. То есть покупать турецкую сим-карту. Но покупать турецкую сим-карту она мне нафиг не надо. Вот. Ладно, так обойдусь. Попробую в Стамбуле испытать вот этот Wi-Fi, если получится. Вот. Авторизация на сеть Wi-Fi вот здесь, вот в аэропорту в Анкаре. Только если у тебя турецкий номер, Turkish Vodafone или Turkish Telenor. Вот. Российские номера не прокатывают, как вот мне вот на английском языке сотрудница объяснила. Поэтому сейчас тупо будем ждать свой рейс. Да, и еще хочу сказать, когда я прилетел сюда в Анкару, офицер пограничной полиции в моем загранпаспорте поставил печать. Так. Печать поставил. По-моему. Так. Вот. Вот. Вот эта печать. Что я пересек границу Турции. То есть официально в Турции. Вот. Почему это самое пограничный паспортный контроль, а не в транзитную зону? Потому что у меня авиарейсы местные, воздушное сообщение. Вот. Поэтому пришлось проходить пограничный контроль. А следующий пограничный контроль мне придется проходить уже в Стамбуле, когда я буду вылетать в Тель-Авив. Так, ну вот это зал ожидания. Так. А вот это наш выход на посадку в самолет. А вон видно самолет авиакомпании Turkish Airlines, который повезет меня в Стамбул. Сейчас маленький самолетик, а? Так, уже готовят уже к вылету. Так. Ладно. Вот так образно выглядит терминал местных, то есть местных воздушных сообщений. Вот. Сейчас скоро начнется посадка в самолет. Видно, тут кондиционер к нему подстыкован и электропитание. Ну, естественно, телетрап. Так, автобусы. Так, вот на многих автобусах, да, которые перевозят пассажиров из самолета в терминал, да, если он станет не так, как вот сейчас вот самолет стоит, то на всех транспортных средствах вот надпись
TGS. То есть это компания, которая обслуживает самолеты здесь, в аэропорту Анкара. Вот, я так понял. Вот. Так, это вот так. Вот автобус. Вот так вот ходит. Строго в отведенном месте. Так, что-то я заметил. Что там? Ага. А это уже экипаж. Так, стюардессы в красных пальто. Летчик один. Ладно. Это радует. Отлично. Так. Ну вот я опять уже в самолете. Так. Сегмент вылета такой. Анкара, Стамбул. Новый международный аэропорт Стамбула. Где-то час или полтора лететь. Вот. Забыл сказать. В зале ожидания. И вообще вот в толпе, вот где вот толпучка была. Очень много русских. Русские разговаривали. Я одного мужчины попросил там что-нибудь сказать по-русски. Так, ну вот здесь пока еще я не слышал пока русскую речь. Зато здесь вот в Анкаре, в терминале местных авиалиний, там полно русскоговорящих пассажиров. Здесь самолет еще пока не видел. Так, ну вот наш самолет начинает отбуксировывать. Вот. На площадку для запуска двигателя. Ну и после этого на взлетную полосу и на взлет.
Затворки выпущены. И выруливаем на исполнительный старт. Светные полосы. Я так понял, залетает один с другой взлетной полосы. Так, полоса с полосы 03L. Cabin crew, this is the for takeoff, Neuschland.